иллюзия интеллекта. Человек, он высшее существо, венец творения природы. Зачем ему водить грузовики? Будет ли какая-то гонка к разным отраслям физики и математики? Там нечего будет ловить. Как говорится, большой успех, такой опасный. Да потому что денег очень хочется. Необходимо правовое регулирование четко в этой связи. Всем привет! В этом выпуске МТС перечислит 3 миллиарда рублей. SpaceX поймала первую ступень ракеты, Т-банк открыл библиотеку ИИ, китайские квантовые компьютеры и грузовик от Яндекса. С вами подкаст «Цифровая реальность» и я, ведущая Стась Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные события из мира цифры, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Наталья Ковалева, руководитель Департамента права цифровых технологий и биоправа НИО Высшей школы экономики. Всем привет! Марина Линник, член Молодежного совета Координационного центра и советник по правовым вопросам интеллектуальной системы безопасности. Всем привет! Георгий Георгиевский, начальник отдела по работе с регистраторами и пользователями Координационного центра доменов РУРФ. Друзья, здравствуйте! Итак, наша первая новость. ПАО МТС обязана перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода. Такое предписание выдало ФАС оператору по итогам рассмотрения антимонопольного дела. ФАС отмечает, что такая мера изъятия незаконного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена ведомством впервые при установлении такого правонарушения. Как вы считаете, такой прецедент создает какое-то новое решение от ФАС для других операторов связи? И вообще, насколько тарифы разных операторов отражают их затраты на обслуживание и развитие сетей? Если вам что-то известно, может быть, можно поговорить про изменения в законодательстве, которое может произойти на основе этого инцидента. Вообще у нас в законодательстве нет правового регулирования цен на связь, вот именно в законе. Ситуация впервые возникла во время ковид-истории, когда государство попросило, соответственно, корпорации наши, которые занимаются телекоммуникациями, не повышать цен на связь. До 2022 года они, можно сказать, терпели, потом начали возмущаться, и в итоге произошел такой договоренность на уровне ФАС, Минцифры, ну и, соответственно, сотовые операторы. Договорились о том, и об этом есть, это уже регламент установленный, договорились о том, что будут повышать цены на тарифы не более чем на размер инфляции однократно в год, то есть раз в год не более чем на размер инфляции. Этот регламент предусматривает предварительно, не менее чем за 2 недели до изменения тарифа, обращение в ФАС, то есть оператор обязан обратиться в ФАС, получить разрешение, после чего этот тариф объявляется. И с вот этой ситуацией, с точки зрения вот юриспруденции, получилась такая своеобразная, да, история. С одной стороны, ну, не было никаких сообщений о том, что в апреле-марте 2024 года МТС не обращался за изменением тарифов. А получается тогда так, то есть МТС обратился за изменением тарифов. Им ФАС согласовала, а потом спустя полгода вдруг раз за это штраф. Согласитесь, выглядит ситуация как-то... Именно поэтому МТС на своих ресурсах написал, что, ну, будем рассматривать, возможно, обжаловать данное решение. То есть вот как прецедент с точки зрения юридической выглядит пока ситуация очень неоднозначно. С другой стороны, да, бюджет требует наполнения. 3 миллиарда, если что, так, для справки, это половина, примерно половина всех денег, которые ФАС в 2023 году взыскал. Бюджет. То есть они в прошлом году 6,38 миллиардов взыскали. Так что... вот. Неплохо. Да, неплохо. 3 миллиарда – это половина прошлогоднего, так сказать, их оборота вот взысканного фактически. Ну, почти половина. Вот. Поэтому вот с юридической точки зрения ситуация выглядит неоднозначно. Хотя, конечно же, как пользователь, да, я бы хотела, чтобы тарифы вообще не изменялись. Вот с каким я заключила, и пусть он существует вечно. А если они хотят меня переманить на другой тариф, пусть они придумывают какие-то стимулирующие для меня истории, по которым я перейду на другой тариф. Но это, как говорится, в идеальной картинке уже так мнение пользуется. Спасибо. Большое спасибо за ваш комментарий. Я вот только недавно поменяла на тариф с МТС Джинс. Был такой когда-то давно. Коллеги, согласна, как пользователь, хочется, чтобы тариф всегда оставался неизменным. Мне кажется, у меня у самой тоже какой-то архивный тариф, древний. Но с точки зрения
вообще этого прецедента, ведь это не первый раз, когда, как уже было сказано, когда операторы мобильной связи привлекались к ответственности, но такая мера пресечения, правда, выбрана на моей памяти точно первый раз, но ФАС об этом заявляет. Действенная мера, как мне кажется. Как развернется это дело, что ответит МТС, будем смотреть, наблюдать за этим, потому что действительно интересен их ответ, чем они будут обосновывать. Скорее всего, тем, что это было экономически целесообразное повышение цен. Вероятно, ссылаться на регламент, но пока не очень ясно, будем смотреть. От себя скажу следующее. Я бывал на заседаниях экспертного совета ФАС, в том числе там лет 10, даже больше уже 15 назад, на тему, которая у нас была в доменной отрасли. Я могу так сказать, что это работа такая более-менее состязательная, потому что и ФАС должны доказать про то или иное нарушение антимонопольного доказательства, и ответчик, да, в данном случае МТС, должны рассказать о том, почему, зачем и дать обоснование тому, почему была повышена цена. И, возможно, здесь история такая. Чем ярче, чем интереснее, чем обоснованнее будет аргументация той или иной стороны. То есть, да, это немножко похоже на судебный процесс. Оно более неформально. Можно пообщаться, поговорить, показать презентации. Вот достаточно такая активная история. Тот и докажет свою правоту. Но что для той и для другой стороны, что для ФАСа, что для МТС, ответ простой, как в тех анекдотах. А почему у вас растут цены? Да потому что денег очень хочется. Ну, в общем, давайте уж подумаем о том, что на самом-то деле косты у операторов связи растут. И растут не по дням, а по часам, прямо в геометрической прогрессии, в последнее время особенно. И очень хочется, чтобы они продолжали оставаться такими же надежными, замечательными и безопасными, и работали и впредь. Поэтому по поводу архивных тарифов. Архивные тарифы архиневыгодные операторам. Поэтому смотрите на новые линейки тарифов. Они интереснее гораздо по всяким плюшечкам. Они заинтересовывают своих клиентов. Просто не до каждого отдел продаж дозванивается. А так, вперед, смотрим новые тарифы и переходим на них. Большое спасибо за ваши комментарии. Перейдем к нашей следующей новости. SpaceX впервые удалось вернуть первую многоразовую ступень ракеты на стартовую площадку. Super Heavy после отделения от ракеты сел на металлические манипуляторы башни. Мне очень понравилось видео, как эти манипуляторы ловят этот аппарат. В общем, завораживающее зрелище. И еще на прошлой неделе на США обрушился ураган Хелен, и на помощь пришла новая технология связи Starlink. Прямое подключение смартфонов к спутникам. Собственно, Федеральная комиссия по связи выдала SpaceX и T-Mobile временное разрешение на предоставление услуг экстренной связи. Ну, как будто бы это значимое событие для развития как космической отрасли, так и для телекоммуникационной. Все-таки новые технологии могут изменить ландшафт телекоммуникаций и предлагать новые решения для других операторов в связи. Собственно, поэтому мы эти новости друг за другом рассматриваем. Как вы оцениваете важность этих новостей и как такие достижения могут повлиять на дальнейшее развитие этих двух отраслей, и космической, и телекома? Всегда неблагодарное занятие быть футуристом и футурологом, который рассказывает о том, как будут бороздить, в нашем случае в прямом смысле, космические корабли просторы всей Вселенной. Вообще технология, она задумана для того, чтобы быстро пополнять спутниковую группировку, для того, чтобы не готовить по долгому старту, а чтобы ступень вернулась, чуть-чуть обслужил, зарядил новым спутником, отправил снова, поставить это на поток. И это правильно для того, чтобы увести группировку спутников SpaceX в полную по проектную готовность, как говорится. Действительно, Мехазила – это такая, ну, прям действительно из фантастики какая-то вещь. Вспоминаются японские фильмы про всяких механических монстров, которые своими руками что-то могли поймать. Работает новая технология, которая последние года два, там были неудачи какие-то, и были запрещения этим воспользоваться. А наконец-таки все, и бюрократию, и технические проблемы победили. Ура, успешная штука. То есть это действительно аплодисменты не
Илону Маску и его компании. Это аплодисменты мировой технологии, мировой инженерии, мировой науки, потому что это серьезно продвигает все человечество в плане освоения космоса. Потому что мы почему-то последние годы сосредоточились на интернете и на своих внутренних проблемах здесь, на планете. А забыли самую главную свою цель. Это покорение космоса и завоевание других миров. Поэтому здесь такая история. Что касается экстренной связи, ну, здесь это такая вещь, которая must have должна быть, в принципе. Да, любая история, связанная со спасением жизней человеческих в случае вот каких-то таких дизастеров, там, катастроф и так далее и тому подобное, ну, она требует возможности быстрого доступа и оповещения, где ты, что ты. Ну, здорово. Но не будем забывать, что сейчас у нас период конфликтов на планете, и это тоже как-то может на все это дело повлиять. Будем смотреть. Я хотела прокомментировать. Вы очень правильно заметили связь коммуникационная и космические вопросы. На самом деле могу сказать, что да, за Илоном Маском было такой большой прорыв и плюс, что производство спутников связи вышло из такой более-менее индивидуальной истории, когда их прям поштучно выпускали, в серийное производство. То есть это теперь серийное производство. И эти технологии, и у нас, соответственно, они становятся серийными. И чем больше спутников связи в космосе, тем лучше, качественнее, надежнее связь. Именно благодаря тем технологиям, которые он начал запускать именно Маск, вот он сделал их более дешевыми, более распространенными. Это большой плюс. И в том числе, ну, то, что касается вот сейчас, как пример, во время там урагана, то есть быстро можно распространить эту связь в труднодоступных местах. Для России вообще это очень актуально, вот связь в труднодоступных местах, с учетом наших просторов, сложно проходимых гор или удаленных районов Крайнего Севера и так далее. Это крайне важно, и я думаю, что мы можем тоже посмотреть и использовать. Что касается полета на Луну, вообще, да, я тоже в свое время даже увлекалась этой космической тематикой, и вот то, что первая ступень – это всегда на выброс, это была, что называется, у Королёва аксиома. А тут попытка сделать ее возвратной, да, для инженерии, здесь согласна с Георгием, это реально мировой прорыв, прорыв мировой науки, инженерии, и вот это здорово, что получилось. То есть, да, это дает надежду нам на завоевание космоса. Действительно, такой шаг для индустрии, для космонавтики, потому что давно пытались это сделать, и наконец-то. Ну, и отмечу, что, конечно, видео советую посмотреть, потому что это прям такое забавное, как этот механизм Мерзила, забавное название тоже, ловит эту первую ступень. Это прям похоже на какой-то мультик, если честно, как будто не настоящее. Но на самом деле как-то повлияет на развитие и систем связи, и развитие человечества в космосе. Сложно предсказывать, но определенно точно повлияет. В этом мы сомневаться можем не сомневаться. Да, большое спасибо за ваши комментарии. Наша третья новость про квантовые компьютеры, она такая многосоставная. Китайские ученые, с одной стороны, впервые взломали шифрование военного уровня через квантовый компьютер. Технология широко применяется во всем мире. И несмотря на то, что компьютеру не удалось получить конкретные пароли, это все равно достаточно, как говорится, большой успех, такой опасный. И плюс ко всему ученые из Тайваньского университета изобрели самый маленький в мире квантовый компьютер. Его размер сопоставим с обычным системным блоком. И в изобретении ученых для вычисления используется одиночный фотон. Мы давно не обсуждали квантовые компьютеры, я знаю, что это очень такая сложная тема. В 23-м году были яркие заголовки, что до конца эры шифрования осталось там не больше 2 лет, и вот мы уже видим первые реальные угрозы. Хотя были и обратные новости, что квантовые компьютеры и вся эта сфера – это большой пузырь. Хотя вот опять же, да, мы видим реальные новости из этой сферы и уже говорим о угрозах безопасности для банковских переводов. Давайте попробуем немножко в эту тему
добавить своих комментариев. Как вам кажется, окажет ли все-таки развитие квантовых технологий влияние на международные отношения и конкуренцию между странами в сфере технологий и безопасности? Мы просто занимались некоторыми правовыми аспектами квантовых технологий и при изучении обнаружили, что термином «квантовые» называются самые различные вещи, которые между собой вообще никак не связаны. Как то квантовые коммуникации и квантовый компьютер технологии – это совершенно разные вещи. Есть и, соответственно, другие элементы, то есть сферы отраслей науки, к которым добавляют слово «квантовый». И физики даже между собой эти вещи относят к разным отраслям физики и математики. С моей точки зрения, все-таки это пока дело ученых. Как таковой технологии, которую можно поставить на поток, не существует на сегодняшний день. Есть только отдельные, да, удачные или неудачные эксперименты с тем или иным образом. Хотя вот как раз с точки зрения информационной безопасности потенциал квантовых коммуникаций весьма высок не только в плане взломов, но и в плане защиты. То есть, наоборот, если перевести коммуникации в такой разряд, мы можем получить практически 100% защиту, именно потому что там нечего будет ловить. То есть сообщение уходит, и его просто, просто такого уже нет. То есть его невозможно перехватить. Вот, поэтому здесь есть и, наоборот, большие перспективы при их использовании как раз для защиты наших данных. На тема для понимания очень сложная, особенно если ты не связан с миром физики. И вообще даже само понятие квантовый компьютер, мне кажется, оно такое немного дезинформирующее, и у всех очень разные представления о том вообще, что это. И заголовки в новостях, они тоже ввергают человека в какое-то такое смутное поле, потому что даже вот эта новость о том, что изобрели самый маленький в мире квантовый компьютер, вот что она по сути означает для обывателя? Насколько я поняла, что даже не размер этого компьютера, а то, в каких условиях он может функционировать, более важно, чем размер, что он может функционировать при стандартных условиях температуры и магнитного поля. И как было сказано, квантовые компьютеры, мы сейчас на данном этапе, да, их развития, они развиваются уже на самом деле очень давно, уже более 20 лет, насколько я знаю. Мы как обыватели прям прямого их какого-то действия пока еще не видим. Но однако как раз вот квантовая криптография, это, наверное, одно из самых таких перспективных и та сфера, для которой и развивают квантовые компьютеры. И ты спросила о том, как это повлияет на международное сообщество, да, на международные отношения, будет ли какая-то гонка. Мне кажется, что это уже мы можем наблюдать в каком-то степени, потому что многие государства занимаются этими разработками, и именно в том числе и в криптографии. И как это повлияет, я думаю, что мы узнаем об этом сильно позже, но мы уже видим, что существует некая гонка в этом вопросе, и все стараются преуспеть. В первую очередь, конечно, хотелось, чтобы квантовые компьютеры разрабатывались во благо науки, потому что, насколько я понимаю, они также будут применимы для развития новых материалов, для каких-то химических исследований и наверняка принесут и много блага. Но пока очень сложно судить об этой технологии, и вот как обыватель все-таки в этой сфере сложно понять, в чем отличие, как они функционируют. Это вот прям какой-то другой этап развития технологий. Да, настоящая квантовая запутанность. Видела в интернете статьи, я, правда, не углубилась в эту тему, но даже обсуждается кодекс квантовой этики. Как мы уже говорим про кодекс ИИ, да, как будто бы уже, наверное, даже пора смотреть сегодня в завтрашний день
Возможно, пора, но мне кажется, немного преждевременно, потому что, чтобы говорить об этике, должно какое-то сформироваться в обществе, понимание этого. А сейчас, я думаю, это немного рано. Все-таки это ограничено какими-то кругами, которые больше с этим связаны. Но это мое мнение, да. Наталья и Марина правильно отметили, что здесь можно провести аналогию с тем, как хайп растет, ширится вокруг искусственного интеллекта. Потому что на самом деле это не искусственный и ничуть не интеллект. Это разнообразные алгоритмы, разные подходы, разные совершенно модели, разные нейросети. И там нужно говорить о каждой конкретной вещи. Так и в квантовых компьютерах, в квантовом компьютинге, да, так точнее будет сказать, тоже речь ведется о разных технологиях, разных подходах. Например, да, что касается вот этого маленького размера, речь идет о фотонном способе вычисления. И действительно, там специальная математика используется, которая учитывает фотонные эффекты. То же самое связано с другими вещами, что касается шифрования и расшифровки. Действительно, там опять же есть это специальные математические модели. Пока, по большому счету, оно запускается единожды. Мы попробовали, посмотрели, на какой уровень, какие там электроны, атомы, что-то еще опустилось. Замечательно совместили какой-то процесс, связанный с той самой квантовой запутанностью, и математическую модель метода деления отрезков пополам, я сильно упрощаю, да, но в итоге, на самом деле, на мой взгляд, до практических применений, ну, кроме что генераторов случайных чисел, как действительно вот тут коллеги подмечают, пока еще рано говорить, еще года два, если такими темпами, об этике. Этика должна быть просто общечеловеческая. Надо оставаться человеками, а там, глядишь, и космос завоюем. И будем использовать квантовые компьютеры, назовем это сегодня пока так, для того, чтобы вычислять орбиты и там находить новые червоточины в огромных пространствах космоса. Да. Большое спасибо за ваш комментарий. Кстати, я вот встречала расшифровку аббревиатуры ИИ «Иллюзия интеллекта». То есть не искусственный интеллект, а вот именно с этой точки зрения, да, хорошая получилась аналогия. Центр искусственного интеллекта Т-банка открыл доступ к бесплатной библиотеке инструментов для обучения больших языковых моделей под задачей бизнеса, что позволит компаниям не разрабатывать и приложения с нуля. Ну, кажется, неплохое событие с точки зрения развития российского сегмента приложений искусственного интеллекта, но как это может вообще повлиять на рынок разработки и будут ли какие-то ограничения для уже использования готовых инструментов, может, какие-то моменты с конкуренцией будут между компаниями, которые разрабатывали, собственно, на базе инструментов от Т-банка? Вообще, сейчас будет появляться как грибы после хорошего летнего дождя разнообразные платные и бесплатные сервисы, они уже появляются давно. Это еще один сервис. Чем он хороший, интересен? Потому что это некий открытый API за деньги, правда, но для того, чтобы вы могли в своих разработках использовать. Не писать новые обработчики обращений к большим языковым моделям, а уже вот через стандартный API, там, я не знаю, какой точно используется, действительно, дергает за ниточки, и это облегчит просто процесс разработки. Это хорошо, здорово, замечательно. Я надеюсь, что сейчас у нас в стране есть там доступный API к большим языковым моделям от Яндекса, появился от банка, ждем от Сбера большой тоже. Я думаю, что другие тоже крупные компании, которые занимаются софтверной разработкой, подтянутся. Посмотрим, что есть в моделях не только языковых у позитивных технологий, потому что действительно у нас есть флагманы на рынке, которые развиваются в этом отношении очень круто и порой работают лучше зарубежных, даже самых популярных аналогов. А не пробовал ни разу еще, надо действительно подергать, посмотреть, что за языковая модель. Насколько она обучена, насколько она наполнена, чем ее можно еще обучать.
Но думаю, что это действительно такой момент. Что касается конкуренции, ну да, нормально, это просто рынок. Новая такая часть бизнеса, связанного с вычислениями компьютерными. Раньше предоставлялось компьютерное время, теперь предоставляется API к вычислениям большой языковой модели. Здорово. Я думаю, завтра будет это дело сегодня дорого, завтра подешевле, а послезавтра уже любое устройство будет какую-то использовать. Ну, какая-то сломается, другое заменится. Ну, в общем, нормально. Развивается история. Здорово. Ну, с моей точки зрения, это да, действительно, тоже и соглашусь с Георгием, здорово, когда открываются какие-то технологии для, ну, в данном случае библиотеки LLM в бесплатном таком, в открытом доступе. В общем-то, это довольно известная тоже стратегия для бизнеса, когда мы бесплатно вовлекаем в свой продукт как можно больше заинтересованных лиц и таким образом продвигаем себя. Это позволяет действительно быстро развиваться технологиям, но это линейная как бы история, да, чем больше мы загружаем информации в искусственный интеллект, тем он как бы быстрее, но тоже до определенного уровня. Поэтому хорошо, когда у разных лидеров технологических, наших технологических лидеров разные бизнес-стратегии. Кто-то идет вовлечением в этот инструмент вот как можно большего числа участников. Кто-то больше уделяет вниманию на развитие нелинейное, а вот как бы прорывные вещи, принципиально новые какие-то подходы ищет. То есть не просто накоплением данных. Это здорово, это хорошо, это создает конкуренцию и способствует более быстрому развитию. Хорошая новость, пусть бизнес развивается. И конкуренция в бизнесе – это тоже хорошо, и для нас, как для потом конечных потребителей, я думаю, что тоже мы увидим какие-то бонусы от развития искусственного интеллекта. Как юрист, я уже вижу, это удобно для некоторых скучных юридических задач применять функции искусственного интеллекта. Отлично, спасибо большое. И наша последняя новость. Яндекс осуществил доставку груза из Москвы в Тулу на беспилотном грузовике. Яндекс грузовичков. Испытания на трассе проводятся как в автономном, так и в ручном режиме, когда машину управляет водитель. Но, собственно, вот это успешное испытание беспилотного грузовика, скорее всего, изменит логистические процессы и транспортные перевозки в России. А что вы думаете насчет влияния на рынок труда в этой сфере, в сфере логистики и транспортных услуг? Насколько это опасно? Я позволю себе такое замечание по поводу нас, юристов, что нам, пожалуй, пора переходить от обсуждения на конференциях, круглых столах и прочих мероприятиях про ответственность беспилотников, ну, то есть транспорт, который... Пора переходить уже к нормальным разработанным регламентам и, соответственно, нормативной базе, которая будет четко давать ответы, как правильно в этом случае, да, в случае нарушения привлекать к ответственности. Потому что делать это на текущей базе, это значит создавать огромное сейчас количество вопросов потом в судах, потому что вопросы нерешенные, и это просто поставит в тупик судебную систему. Поэтому как можно быстрее разработать адекватные на юридические нормы для возможности, так скажем, в гражданском уже обороте использовать беспилотные транспортные средства. Здесь согласна с Натальей, что да, прежде чем это будет на массовом потоке, беспилотные транспортные средства именно в автономном режиме, то есть без наличия водителя в кабине, необходимо правовое регулирование четко в этой связи. Но по поводу рынка труда можно понять перевозчиков, почему они стремятся, да, к использованию автономных транспортных средств, так как водитель, человек, да, ему нужно отдыхать, он не может ехать 24 часа в сутки, ему нужно и медицинское обследование, и перерывы на питание, и отдых. И здесь можно понять стремление, так как логистика, конечно, ускорится, да, наверное, я не знаю, какие там расчеты, но уверена, что Яндекс и другие, кто эту технологию внедряют, они просчитали, и это экономически выгодно.
насколько как бы общество готово полностью увидеть транспортные средства, в которых даже нет человека на всякий случай, как говорится. Вот это интересно. И если готово, то, конечно, какие-то профессии подвинутся, но появятся, очевидно, другие, которые будут обеспечивать работу этих автономных транспортных средств. Поэтому нужно идти в ногу со временем, обновлять свои навыки и знания. Ну что ж, труд обычных водителей будет замещаться трудом водителей дистанционных беспилотных механизмов. В общем, мы за этим наблюдаем последние несколько лет. Полностью беспилотные грузовики или другие транспортные средства на дорогах, в общем-то, хорошо, потому что беспилотный организм не заснет, беспилотному организму не нужно покупать кофе на заправке и так далее и тому подобное. Здесь будет много всяких экономических нюансов, связанных с тем, что кто-то, какие-то бизнесы даже будут разоряться, а транспортные будут, наоборот, где-то процветать. Посмотрим, это же такое вот развитие человечества. Кто сможет выжить в этих обстоятельствах, сможет переквалифицироваться в водителя от 10 грузовиков одновременно на дистанционном управлении, при этом тоже не заснуть, ну, в общем, здорово. Что касается ответственности, про которую сегодня прозвучало, ну что, грузовик, он принадлежит юридическому лицу, в общем, юридическому лицу и отвечать. Там уж оно может регресс вчинить производителю этого автоматического ведения, что ж ты так плохо автоматически вел. Но по большому счету, мы просто, как и вот во всем, что сегодня обсуждалось в нашем подкасте сегодняшнем, все в процессе развития, все пока только вот начинается, появляется, и на наших глазах рождаются новые технологии, новые подходы. В общем, идет очень быстрая технологическая революция. Из-за этого куча проблем общечеловеческих возникает. И по всему миру будут и экономические проблемы, и политические, связанные с этим. Вот обязательно. Но в целом-то эта штука позитивная. Человек, он высшее существо, венец творения природы. Зачем ему водить грузовики? Я думаю, на этом можно остановиться. Замечательно. Большое спасибо за дискуссию. С полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале Управления интернетом в Telegram. До новых выпусков!